будущее уже здесь. Именно эта фраза крутится в голове, когда оказываешься в окружении роботов. Компьютерные проекции, симуляторы, сверхреалистичные манекены и еще сотни различных аппаратов дополненной реальности. Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова полностью реконструировал и укомплектовал по последнему слову техники уникальный в своем роде симуляционный центр. Он представляет собой учебный госпиталь, в котором есть все основные отделения многопрофильной больницы, включая операционный, родильный зал, палаты реанимации и интенсивной терапии. В центре будущие специалисты отрабатывают большинство практических медицинских навыков в условиях, максимально приближенных к реальности. Обстановка и оснащение симуляционного центра позволяет начать занятия с приема пациента в приемном покое. Центр оснащен передовыми виртуальными и роботизированными манекенами четвертого поколения реалистичности. За работой студентов внимательно следят профессиональные тренеры и десятки видеокамер. С них ведется запись практического занятия, помогающая выставить справедливую оценку. Также изображение передается в режиме реального времени на экраны учебных классов. Бұл станцияда босануды үй жағдайында жүргізу, қынаптың тазалық дәрежесіне жағымды алу, онкоцитологияға жағымды алу, Леопольд Левицкий әдісі бойынша сыртқа акушерлік әдісті жүргізу, және виртуген аппаратымен жатыр мойнының ашылу дәрежелеріне бағалау критерийлері жүргізіледі. Подобных центров единицы по всему миру. Сейчас в распоряжении студентов и практикующих врачей, которые, кстати, тоже занимаются здесь, больше 500 симуляторов. Свыше полусотни из них высокореалистичные. Компьютеризированные системы настраиваются заранее на проведение той или иной процедуры. Роботы сами говорят о своих жалобах. Данный муляж полностью компьютеризирован. Он показывает нам все данные, что происходит с пациентом. Он дышит, глаза двигаются, то есть он может и подавать голос. То есть мы можем спросить, и он нам ответит, что с ним происходит в данный момент. И нам необходимо это, чтобы получить опыт перед тем, как пойти дальше врачевать и помогать людям. Занятия в симуляционном центре помогают будущим медикам ощутить себя в работе, но оберегают студентов от серьезных ошибок, которые могут лишить жизни пациента. К примеру, занятия по отработке действий при анафилактическом шоке. От такого осложнения не защищен ни пациент, ни врач. Действия медика при этом должны быть отработаны до мелочей, ведь секунды могут решить многое. Бүгінгі таңда өтіп жатқан тәжірибелік дағдымыз анафилактиялық шок кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету дағдысын үйретудеміз. Яғни ол соңғы 6-шы поколение бойынша Аполлон атты робот-симулятор манекенде өткізіледі. Аполлонда ондаған сценарий бойынша медициналық шұғыл жағдайларда көмек көрсету алгоритмдерін үйретеміз. Яғни ол Қазақстан республикаларының хаттамаларына сәйкес және алгоритмдерін қатаң түрде сақтай отырып, әрбір қадамды жетелеп, әрбір интернге дақтылаймыз. Яғни бұл таңда бүгін анафилактиялық шок кезіндегі алғашқы көмек көрсету, медициналық шұғыл көмек көрсету дағдысын үйретеміз. В целом симуляционный центр позволяет отработать сотни сценариев лечения пациентов. Здесь у нас вот сценарий поставлен, основанный на сборе анамнеза. Я чувствую слабость. Потом идет осмотр. У меня диабет. Можно провести медицинский осмотр, консультацию легких. У пациента состояние гипогликемии. То есть мы сразу можем оказать помощь. Одну минуту. И проводим тестирование. Назальная конюлина. Подождите. ЭКГ. Результаты готовы. Можно сделать и можно сделать лабораторию. Таким образом, здесь проводится постановка диагноза, оказание неотложной помощи. И в конце сессии уже выходит общий балл. Оценивается действие курсанта. КазНУ заботится о своих студентах и создает максимально комфортные условия обучения будущих медиков. Хорошо подготовленный врач – залог здоровья нации, но нет предела совершенству. Поэтому КазНУ планомерно улучшает образовательный процесс, обеспечивая будущих медиков всем необходимым для высококлассного обучения.